so I'll be there. Сегодня я иду покорять Сибаяк. Вот это начало этого трекинга. Пока что дорога супер. Здесь словно в Китае. Прямо бамбуковые рощи. Не думал здесь встретить сколько бамбука. По своей сложности подъема это напоминает подъем на гору Пенанга, если идти от ботанического сада. Очень стремительный. Когда-то в игру «Казаки-разбойники», где одни убегают, другие догоняют, и при этом убегающие должны ставить свои значки, куда они убегают. Вот это приблизительно тоже. Указывают дорогу на Сибаяк. Встречаются цветущие растения. Если кто знает, что это, напишите. Как выглядит вход в реальные джунгли. Здесь немножко протоптали с краю, ну а далее реалити-шоу. Цветущие растения. Вот он, вулкан. К нему еще, правда, далеко, но он уже виден. Вот. Пока что вот такая вот автострада, идущая через джунгли. Дорожка выпрямилась и идет прямо. Идти довольно-таки комфортно стало. Дорога вообще пошла на спуск. Так выглядит вулкан. Вот один из источников выброса пара, даже слышно. Вот этот вулкан. К нему я надеюсь сегодня попасть. Вот это дикий салак. Дорога снова набирает высоту. Только что предлагали к вулкану подняться вот на том автобусе, но я решил все же пройтись. Может, еще будут какие-то интересные кадры. Это была ящерица. Только что она убежала. Теперь посмотрите, какая удивительная надпись. Это писал не я. Это писали до меня. В фильме «Спортлото». На то они и дороги, чтобы то сходиться, то расходиться. А у меня немножко по-другому. На то и не дороги, чтобы то идти вверх, то идти вниз. Вот такая вот панорамка слегка открывается на горизонте. Но не обольщайтесь, идти, наверное, еще долго. Снимаю я это дерево с
удивительным мхом. Мимо меня проезжает местный, такими глазами квадратными на меня и наверх. Что же я там увидел? Ну, им же не понять, что же я там увидел. А я просто увидел мох. Впереди стена джунглей. Довольно красиво. И узенькая дорожка, уходящая в ее нетри. Смотрите. Довольно-таки красиво. Вьется серпантинчиком. Смотрите, какая красотень. Дорога, кстати, пока что уходит вниз. Увидим, куда она приведет. Хочу вам показать, насколько высоко здесь находятся джунгли. Еще идем на спуск. Может, эта дорога ведет к подножию вулкана? Посмотрим, если не заплутаем. Здесь может быть и солнышко, не только тучи. Вот как красиво сразу стало. Но мы еще идем вперед. Вулкан где-то там впереди. Смотрите, какая здесь есть фишка. Есть дорога снизу. И далее есть вот такой вот указатель. И он показывает, что на Сибаяк нужно идти вот по этой дорожечке. Пожалуйста, не упустите это, а то пойдете где-то вниз и будете снова бродить. Так что нам сейчас наверх, к пику Сибаяк. Вперед, товарищи, вперед. Я снова вижу пик. И еще один. Дорога ведет нас где-то туда. Но здесь какая-то развалюшка, домушка. И вот такое вот шикарное дерево все в мху. Очень классно. Исторические кадры. Подъем на гору Сибаяк. Вот так, смотрите. Направо пойдете, на горячие источники пойдете, прямо пойдете на гору Сибаяк. А впереди тот самый пост, где нужно оставить свои данные, заплатить вроде бы 4000 индонезийских рупий. Будут предлагать гида, но можно отказаться. Итак, вперед, начало трека. Дорога пока что асфальт, но с ухабами. Идем дальше. Кстати, плата уже не 4000 индонезийских рупий, а 10. Немножко поднялась. Но все равно меньше доллара. Пока что подниматься вот на такую горку. Кстати, местные здесь любят ночевать. И вот они уже возвращаются с ночевки. А мы только идем встречать день. Здесь вы можете видеть, как несется вода с гор. Такая вот красотень здесь. Это я только поднимаюсь на гору пока что. Да. Подниматься немножко тяжело. Что поделать нужно? Вдали вы можете наблюдать маленькое село. Вот он и дорога, ведущая на Сибаяк. Yes. Идет вот такая вот тропиночка. Вот он горка, и вот он тропиночка. Тропа здесь идет. Так как здесь каждый день дождь льет, то она слегка в болоте. Нужно маневрировать. Вот так вот. Вот такая вот. Немножко есть какие-то ступеньки или их подобие. Приятные ступенечки. Пока что идут вверх и очень-очень скользко. Если будете в декабре-январе,
когда идут дожди, будьте очень внимательны. Далее дорожка уходит вверх, пока что снова ступенечки. Дорога идет вверх. Здесь ступеньки уступили место тропиночке. Такая вот здесь тропиночка. Звука вулкана пока что не слышно. Идем на солнышко. Как будет дальше, не знаю пока. Дорожка рвется вверх. Нужно карабкаться. Какая здесь классная панорама. Сейчас покажу, куда нам идти. Вот сюда. Видите? И так вперед. Здесь течет вода. И вот показана дорога к пику Гунунг. Идти приблизительно вот сюда. Какая красотища. Кстати, и более злой вулкан. К нему дорога закрыта, и пока что в периметре 5 километров, и пока что периметр 5 километров считается опасной зоной. Чем панорама индонезийских ландшафтов вот такая вот приблизительно. Все покрыто горами. А вот слышите звуки. Сейчас я покажу. Их издает вулкан. Это и есть вулкан Сибаяк. Далее к кратеру идет вот такая вот узенькая дороженька. Видите, здесь очень любят отдыхать местные ребята. Покажу вам кряж с другой стороны вулкана. Основной источник даже вот здесь. Сразу идет вот такая вот каменная дорога. Сразу веса вот там сразу. Подняться вот по этой тропинке, вот на тот пик. Вот он, такой вулкан. Ну что, настал момент истины, покажу вам себя. Вот я сейчас нахожусь на этом вулкане.
Дорога, я бы не сказал, что сложная, но и не совсем простая. Но цель достигнута. Господа, это еще не наивысший пик, но все же красота. Есть два пика. Сейчас на один из них я попробую подняться. Попробуем сделать подъем вот на этот вот пик. Сейчас вокруг все обволакивает тучи. А вот Агунг пока еще виднеется вдали. Такая вот дорога идет. Дальше не знаю, как это там будет. Вот мой пик, короче. Сейчас сюда подойду. Вот пока что. Вулкан заволокло. Все в тумане. Идти нужно вот сюда. Сейчас я нахожусь на самом пике. Не Эвереста, но все же. Кажется, все вокруг обволакивает тучки. Но все равно цель достигнута. Вот и все. Пик. Что отсюда видно? Агунг. Ой. Да, Агунг. А, еще видно. И этот вулканчик. Двигаются тучки. Будем спускаться. Вот этот пик покорен. Теперь отправимся мы с вами покорять пик. Вон тут. Я спустился с того пика, и мы сейчас с вами пойдем вот на пик впереди. Здесь здорово пахнет серой. Немножко все вокруг заволокло точками. Сейчас я пройду вот туда вперед, там вроде тоже дымится. Значит, дым исходит отсюда. Вонь, конечно, жуткая. Можно пойти вот по этой дорожке, но я не пойду. Очень сильно воняет. Короче, вот такой он сибаяк. Вулкан. Выглядит вулканический камень после оплавки лавы. Да, ну вон здесь, конечно, когда ветер дует, жуткое. И вот сейчас все заволокло, и внизу почти ничего уже не видно. А мы будем сейчас спускаться. Вот так выглядят остатки серы, которые здесь раньше извергались горой. Они до сих пор
пахнет серой. Вот мы находимся в кратере вулкана почти. Сам кратер сейчас заполнен водой, и поэтому пройти невозможно. Все затягивает периодически вот таким вот туманом. И я буду возвращаться вот по этой дорожке. Идем по направлению к Перестаке. Путешествие до вулкана и его осмотр у нас ушло. Сейчас вам скажу, сколько времени. Два с половиной часа. Это учитывая то, что до пропускного пункта я еще и шел 5 километров пешком. Так что врут, когда говорят, что вот от пропускного пункта до вулкана нужно подниматься не менее 2-3 часов. Все врут. Вот вам, кстати, еще кусочек серы. Все, будем возвращаться домой. Я пока не буду возвращаться. Решил подойти ближе к вот тем серным. Забыл, как называется, на F начинается. О-о-о-о. Как-то так, о. Вот и сейчас постараюсь подойти. И на вулкане все равно просыпается жизнь. Воняется просто дичь. Вот это да. Момент. Я нашел спуск к Кумаровам и решил также быть здесь и не посетить этих Кумаровых. Просто кощунство. Поэтому сейчас к одной из них мы подойдем. Вот как. Валуны. Эти фумаролы уже намного ближе. Сейчас мы только перейдем вот через такие вот камешки и будем смотреть. Глаза уходим. Здесь вот тоже кипела когда-то лава и сера. Кстати, здесь легкий налет пепла.
тому же камни довольно-таки теплые. Вот такие вот, короче, дела. И вот так вот выглядит вулкан. Ну, есть, конечно же, и намного опаснее вулкан. Это так себе. Отдыхающий. Когда-то вот здесь сидела самая лава, которая извергала смрад и смерть. А сейчас остались только вот такие вот серные фумаролы. Но все же красиво. Пускай и пугающе, но красиво. Как же быть на вулкане, чтобы вы видели, что я действительно это все видел сам. Похоже на мороз. Сегодня мы посетили с вами Сибаяк. Понравился он вам или нет, но мне очень. Такие места стоит приезжать. Возвращаемся назад к главной дороге, ведущей к Берастаге. Вот дороженька ведет обратно. Ну, в принципе, это та же самая дорога, только с другой стороны, скажем так. Мы пока спускаемся. Это место мне напомнило фильм «Заклятие долины змей». Не правда ли, что-то такое есть? Узенькая тропа, тропы, только не хватает монаха впереди бегущего и кричащего: «Давай, давай, давай, давай!» Здесь как в пещере, но пещера это из растений. И вот она идет. Немного загадочно, правда? Смотрите, какие корни здесь выбросили деревья, чтобы впитывать в себя влагу. Красивые все-таки места. Покажу немножко дорогу, пока нету сильного болотца и можно продвигаться, держа камеру в ручках. Итог поездки на Сибаяк таков: если будете здесь, не бойтесь, обязательно посетите это удивительное место. Таких мест на планете не так уж и много, тем более вулкан пока что доступен для всех. Хотел поехать еще на Синабунг, но засада. Туда сейчас запрещено, потому что вулкан считает действующим, и он может в любое время
извергаться. Так, ну вот, дальше пошла грязь, так что я камеру отключаю, но дорожка приблизительно вот такая вот. Такое чудо встретил с ним на спуске Сибаяк. Главная дорога, по которой мы возвращаемся в Берастаги. Кто мы? Ну, я и мой рюкзак. Как все здесь быстро меняется. Идем назад, и уже светит солнышко. Слышите звуки обезьян? Вот снова спуск. Я вам хочу показать немножко панораму, которая впереди. Озвучивать не буду, потому что здесь очень красивые звуки природы. Просто смотрите. Если бы я ехал на местном такси, я бы этого никогда не увидел. А так иногда стоит пройтись. Ну, красиво же ведь. Такой вот бамбук. Здесь упал. Можно его даже пощупать. Здесь такого очень и очень много. Удивительная природа. А вот сосны. Микроавтобус как синего цвета Кама. Вы можете из Берастаги запросто приехать к вулкану или назад вернуться в Берастаги. Доехать сюда стоит 4000 рингит. Так что решайте сами. Или прогулка, или вот такой вот мини-басик. Вот мы вышли уже на дорогу, ведущую в Берастаги. А вот там дорога в Медан. Вот поля Морки. А там вдали Лук. На котором мы только что были.
перед вами гора, на которой я гулял буквально позавчера. Здесь это все совсем рядышком. Так что попробуем дойти пешком. Здесь собрали урожай. Здесь антиквариат. Вот какое удивительное дерево. Это дорога, ведущая в Беростаги. Это католическая церковь. Правда. В суматранском стиле. Вот такие здесь католические церквушки. А вот такие вот здесь заброшенные автомобильчики можно встретить. Казалось, до моего хостела вообще недалеко. Слышите знакомые звуки? Христианская, протестантская церковь.